И срочное сообщение приходит в эти минуты из Дамаска. Там обстреляно посольство России. Как сообщают сами дипломаты, на его территорию пали две минометные мины. Погибших и пострадавших нет. Известно, что в момент обстрела около диппредставительства проходила многолюдная акция местных жителей в поддержку действий России в Сирии. Параллельно приходят сообщения от зарубежных СМИ. Так, по данным агентства Associated Press, один из снарядов попал в само здание. Из него даже какое-то время шел дым. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок. Напомню, за последнее время это уже не первый подобный инцидент. 20 сентября в ходе аналогичного артобстрела во двор посольства упал один снаряд. Тогда тоже обошлось без жертв.